За последние 15 лет количество малокомплектных школ в нашей стране увеличилось в два раза. Большинство находятся в сельской местности. В них обучается каждый шестой школьник и работает каждый четвертый учитель. Зачастую преподаватели ведут сразу по несколько предметов. Свой депутатский запрос Ирина Аронова посвятила проблемам малокомплектных учебных заведений. По словам Majlis Women, учебный процесс усложняет несовершенство нормативно-правовой базы, нехватка квалифицированных кадров и ограниченное применение информационных технологий. К примеру, во многих селах до сих пор нет доступа к интернету. Особенностью нашего казахстанского образовательного процесса является все-таки большое количество малокомплектных школ. Сегодня у нас в стране их более 56%. Надо сказать, наверное, о том, что малокомплектные школы, они играют и определенную социальную роль. Как правило, учащихся из сельских школ, они после окончания учебных заведений возвращаются к себе в село и работают по определенным специальностям. Поэтому качество их обучения в школьный период, конечно, зависит от того, какую специальность они в итоге могут выбрать. А это кадровый резерв, особенно в аграрном секторе.